Дамы и господа, бурные аплодисменты. В нашей студии еще одни звезды, еще одни музыканты. Марафон у нас сегодня. Группа The Slow. Да. Мы тренировались с Викторией. Иван Ефимов, Андрей Яковлев. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Не просто так позвали мы вас к нам. Есть инфоповод. Инфоповод достаточно интересный. Вы собираете деньги на запись альбома. Я так уж... Коль скоро, да, Музрет, знаешь, что не первая группа, которая этим занимается, и из отечественных тоже были такие прецеденты. Рассказывайте, как дошли до жизни такой, что из этого получилось, получилось ли, получается ли, что нужно еще? Пока это все в процессе, на самом деле, дошли мы до этого таким путем, что нам в будущем году, нашему коллективу, нашей группе исполняется юбилей 10 лет. И мы вот как-то подумали, что было бы неплохо сделать особенно этот год, какие-то побольше событий интересных, насыщенных сделать его. И вот решили выпустить такой альбом, не совсем простой, он будет тоже юбилейный, много будет интересного на нем всего, какие-то наши новые эксперименты. И мы решили привлечь внимание к этому, к изданию этого альбома, наших поклонников, наших людей, которые следят за нашим творчеством. И приглашаем их участвовать в этом процессе таким образом. Что нужно сделать, Андрей, для того, чтобы поклонники и, может быть, опять же, новые поклонники влились в ряды ваши. Куда заходить, где искать? Как это работает, фактически? Платформа... Да. Очень просто работает на нашей странице ВКонтакте, ну, в Инстаграме, где угодно. Разрешена ссылка на ресурс, на котором мы, собственно, этот проект запустили. Называется Planeta.ru. Он представляет собой... Ну, в общем, вы заводите свой проект, там есть соответствующие лоты. Лоты представляют собой то вознаграждение, которое получит за определенную сумму, которую человек пожертвовал ну, в общем, создание альбома. То есть, на самом деле, мы не собираем деньги на альбом, мы не просим какой-то благотворительности, мы предлагаем людям купить, например, наши футболки, наши кепочки фирменные, наш какой-то мерч, так называемый, в том числе купить этот альбом, который будет выпущен в новом году, уже сейчас. И таким образом, принять участие в его создании. То есть, по сути, это предзаказ, да. То есть, примерно так это работает. Я так подозреваю, и билеты на концерт, помимо альбома, и сувенирной продукции. Да, в том числе. Вот, как я вижу, даже брендированные приобретения. Абонементы? Да. О, ничего себе. То есть, может приобрести в любом городе, там, тура нашего. Да, у нас планируется, помимо выпуска альбома, в том числе будет юбилейный тур по России. Расскажите про тур. Юбилейный тур по России. На самом деле он сейчас еще в зачаточном состоянии. Да. То есть, ну, какие мысли, города и даты. Ну, обязательно это будут столицы, конечно, наши, а все остальное это будет чуть позже, потому что это будет зависеть в том числе, из каких регионов нас, из каких городов поддержат, в том числе в проекте по сбору средств, да, то есть мы будем видеть, что, ага, там есть люди, которые нас хотят поддержать, видеть, то есть мы обязательно к ним приедем. Ну, группа Калининградская, мониторите наверняка, отслеживайте, где еще вот армия поклонников прямо вот вызывает... Я думаю, аккаунты во всех социальных сетях, конечно, да? Конечно. Да, у нас, в общем-то, во всех сетях есть наши странички, везде можно нас найти. И люди нас слушают, мне кажется, отсюда. По всей России, да, от Калининграда до Владивостока. Ну, смотрите, по музыкальным меркам, опять же, 70 тысяч рублей, сумма достаточно небольшая. Совершенно верно, да. Потому что, на самом деле, вот еще раз оговорюсь, конечно же, этих средств недостаточно будет для того, что мы запланировали, да, то есть это немножко другие средства. Но в первую очередь нам интересно увидеть эту поддержку, да, то есть деньги деньгами, но нам интересно действительно почувствовать, что да, мы вот эти 10 лет, то есть есть, что есть люди, для которых мы это делаем, да, нам хочется увидеть этой поддержки. Альбом называется «Вместо тысячи пуль». Это с чем-то связано, откуда такое название взялось и концепция вообще альбома? Скажем так, название альбома соответствует названию заглавной песни с него. И есть такая строчка: «И пусть вместо тысячи пуль летят между нами лишь ноты». Вот это, в принципе, основная концепция этого альбома. Сейчас в воздухе витает такое напряжение повсюду, связанное с какой-то враждебностью, с враждой. То есть, и вот на эту тему в том числе будет альбом посвященный. И вот у каждого человека, каждый день, в принципе, каждый человек борется сам с собой, с какими-то сложностями, проблемами. То есть вот это все, об этом всем будет. Вот сразу видно, вокалист, видимо. Да, да. Идейный лидер. Андрей, вы
Бас-гитарист, барабанщик. Бас-гитарист и бэк-вокалист. Ага. Отлично. Осталось еще раз напомнить явки, пароли. Планета... Может быть, какие-то ближайшие концерты. Да, и пригласить на ближайшие активности. Наш ближайший концерт состоится в Калининграде. Дата будет известна чуть позже. Единственное, можем сказать, что это будет нестандартный для нас формат. Мы хотим сделать его камерным. То есть это будет акустическая программа, которую мы никогда не играли. Тем самым мы тоже хотим привлечь людей, пообщаться с ними и обсудить дальнейшие планы наши на будущее с ними. Супер, молодцы. Ну, а мне хочется еще раз обратиться ко всем телезрителям. Осталось, в принципе, немного собрать средств на выпуск нового альбома. Еще раз, planeta.ru, там, я так подозреваю, по названию группы, да? Да, совершенно верно. Можно найти этот, собственно, краудфандинговый проект. И, да, во всех социальных сетях есть страницы, группы. И будет вам брендированный пряник. Мне не дает покоя пряник, да. Я вот специально зайду, положу денежку, чтобы, да, чтобы у меня был пряник. Спасибо огромное. Спасибо, ребята. Чтобы все получилось, чтобы не только альбом, а я так подозреваю, если опыт будет удачным, то потом можно и на клип пособирать. Конечно, и потом обязательно встретиться здесь и все это вместе презентовать, и вспомнить, как это было, как это начиналось. Мы с удовольствием. Ого-го, эхо-гей тоже. У нас в гостях был Иван Ефимов, Андрей Яковлев, участники рок-группы «Слоу». «Слоу». Слово. За слово. The. А это было сегодня вечером. Мы уже, в принципе, закругляемся. Да, давайте посмотрим еще раз опрос с небольшим отрывом, но все-таки вырывается у нас третий вариант. Денег нет на Черную пятницу. На втором месте. Все равно дорого, и это тоже имеет место быть. Ну и жду, покупаю. Не оптимистично. Да. Помните, в Калининграде на этой неделе заработали новые дорожные камеры видеофиксации, уважаемые. Поэтому знаете, что теперь не только на скорость камеры эти будут вас штрафовать, но и на пересечение стоп-линии, на нарушение красного сигнала светофора и еще на всякие разные штуки. Кошмар. Наверняка совсем скоро камера сможет видеть, что кто-то разговаривает по телефону. И при этом, при всем, мы все равно желаем вам прекрасных, душещипательных, гармоничных выходных. Мы благодарим за то, что провели вечер этот вместе с нами. Наша дружная бригада прощается. Виктория Скрипка. Алексей Кислицын. До скорого. Пока.